Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Франциска Рибальта «Святой Бернард, обнимающий Христа». Около 1626 года, холст масла 158 на 113. Франциско Рибальта, испанский живописец, создатель тенбридской школы в Валенсии, каталонец по происхождению. Между 1585 и 1598 годами работал в Мадриде и Эскориале, где писал преимущественно портреты и картины на религиозные сюжеты. С 1599 года до самой смерти работал в Валенсии, за исключением поездок в Италию, которая состоялась между 1616 и 1620 годами. На полотне изображен основатель ордена цистерцианцев святой Бернард, который в экстазе припал к Иисусу, отстранившемуся от креста. Сюжет для картины был позаимствован художником из опубликованного в 1599 году жизнеописания святых Риба де Нейро. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Франциско Рибальта «Святой Бернард, обнимающий Христа» около 1626 года. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.